Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Goodboy мобильные компьютерные игры. Продолжаем проходить историю Марио и Луиджи о суперзвезде. Как вы помните, мы тут решили новую штуковину приготовить. Нет, нет! В этот раз я выбрал немного другой способ. Ага, а чуть, ну, появиться здесь. А, что? Просто несколько раз один и тот же способ появления со временем устаревает. Кроме того, не правда ли, видеосвязь выглядит футуристичной и здоровой, ну, здоровской. Значит, в этот раз вы не попробуете наш новый напиток, босс? О, не беспокойся, я послал... Ага, представителя, чтобы он попробовал вместо меня. Он скоро должен прибыть. Представители? Не беспокойтесь, он безвредный, маленький... безвредное маленькое привидение. Пожалуйста, позвольте ему попробовать этот новый напиток. Ух ты! Видимо, просто ощущения просто райские. Спасибо за образец. Вот кое-что, что я изобрел. Свое свободное время. Возможно, оно вам пригодится. Вы получили великую силу. В следующий раз я приду лично. Хотите продолжить? Я, честно говоря, ну, можно попробовать. Вроде я уже все истратил. Так, это не подходит. По очереди переберем, тоже не подходит. Почти, почти. 23 из 25. Ага, 3 из 25, этого мало. Так, этого тоже не подходит. Кажется, ничего нам не подойдет. Так и есть. И это тоже не подходит. Ну и последний вариант. Он тоже не подойдет. Так и есть. Ну, значит, больше ничего не можем. Ой. Иногда не то нажимаю. О, мне так грустно, что мы, видимо, уходим. А я и забыл, что тут разрушение и все такое. Замок, бобовый замок. Интересно, магазины работают? Да, похоже, работают, как это ни странно. Единственное, кто действительно обеспокоен модой, несмотря на городской кризис, это настоящие знаменитости. Мне приходится устанавливать цены, чтобы не дискредитировать это место как высококлассный бутик. Чё хотите? Ух ты, сколько у меня денег-то, 4000. Немало. Так-то ничего, наверное, не хочу пока что. Хочу испробовать, что же мы получили в кафетерии.
Так. Ну, тут ничего особенного. Может быть, здесь? Ага, если я буду бить молотком, у меня будет здоровье расти. Вроде как. А сейчас у меня вот это. Ага. Усиливает удары и братские атаки. Это, ну, такое себе. В общем, ничего особенного. Это, кажется, вообще ничего не дает. Давайте такое возьмем ему. Великая сила. Ха-ха-ха. Двойной урон ты как наносишь, так и получаешь. Ну нет, мне такую штуку не надо, наверное. А то я не против наносить двойной урон, но получать не хочется. Ладно, посмотрим, что у нас в вещах. Выпьем вот эту штуковину. Усилим Марио. Ну, в общем, и все. Нам бы еще сходить в магазинчик. Ага. За всякими вещами там. Ну, типа личинки и тому подобное. Но он, кажется, закрыт. Или он где-то в другом месте. Это не оно. Да, он либо закрыт, либо, не знаю. Ладно, как-нибудь перебьемся. Ну, вот он. Блокировка. Ну, вот оно. Тоже хорошая вещь. Походу, тут нет ограничения в количестве вещей, которые можно с собой носить. Можно хоть миллионы носить. Супер сироп. Ну, хватит пока. Продам обычное. Обычные. Обычные мухоморы.
Все, теперь пошли в замок. О, братья Марио! Это самый отчаянный час наступил. Возможно, настал конец Бобовому королевству. Замок Баузера открылся. Ага, открыто напал на Бобовое королевство с небес. Это все делает Баулетта. Мы отчаянно сражались против их нападения с неба. Мы безопасно отвезли принцессу Персик и других в маленький Фангитаун. Ну или Грибногород. Ну что ж, по крайней мере, принцесса Персик в безопасности. Это уже кое-что. Мне не нравится эта баба-мужик, если честно. Тетка какая-то, ну... Принцесса Персик хорошая, а этот не пойми что. Ну ладно. Но если мы не сделаем что-то насчет этого замка Баузера, наше бедное королевство может не выжить. А что теперь? Ты что-то знаешь о замке Баузера? Ты знаешь, как пройти из комнаты Баузера в ванную? Что за странные вещи ты говоришь? О, я поняла. Он хочет сказать, что знает замок Баузера как свои 5 пальцев. Ну, это я уже на наш перевожу как-то, по смыслу скорее. Что ж, я очень, ну, рада, ну, что братья Марио, ну, пойдут наверх в этот ужасный замок. Нет, это проблема нашего королевства. Мы не можем ими, ну, злоупотреблять. А, мы не можем на них положить больше, чем на себя. Что ж, это, возможно, правда. Удачи. О, принц Бизли, что ты делаешь? Тебе нельзя идти в замок Баузера одному. Ваше Величество. Я ничего не понял. Что-то о себе надо подумать. Ага. Ну, конечно. Давай... Именно это и сделаем. Оставаться здесь, если мы останемся здесь, это нам ничего не даст. Они тоже решили в замок Баузера пойти, что ли? О, это просто мысль мне пришла такая. Но разве не есть кто-то, кто может летать куда угодно в нашем королевстве? Если бы я был моложе, я бы упал ему в ноги и, ага, и погнался самостоятельно за принцем. Но если мы просто будем сидеть здесь и говорить об этом, этого не произойдет. Почему это произошло?
Если вы планируете захватить замок Баузера, значит, вы достаточно смелые. Ну, он то же самое повторил насчет кого-то летающего. Вон он слева сверху, этот замок. Видимо, нам как-то туда надо. Видите, препятствие, кажется, ушло. Ух ты. Это быстрое перемещение, да? Мы можем сразу вот сюда. Вроде близко. Так. Гора Хухум сверху. Снизу городок. Ну, видимо, нам как-то вот наверх надо. Так, просто не пройти тут. Они, конечно, слабенькие. О, видите, теперь, когда он бьет молотком, то лечится. Полезная вещь. Снова хотите прокатиться? Ну, допустим, да. Кажется, 5 штук надо собрать. Если я правильно помню. Да, видите. А столкновение с животными, видите, нас почему-то мешают. Да почему? А, ясно. Эту штуковину надо перепрыгивать. Я только сейчас понял. Я не уверен, что я правильно еду, если честно.
Ну, вообще-то, теперь главное сохранить то, что набрали. Да, 15 у нас уже есть. Ну, отлично. Вы сделали это и достигли уровня 2. Поздравляю. Вот что я вам скажу. Я, угощу вас бобами. Это редкие бобы. Такому старикану, как я, они не нужны. Идите и получите. Целых 2 боба. Какой он щедрый. Так, мы приехали куда надо. А, я понял. Помните? Мы тут, кажется, уже бывали. В общем, там где-то была птица, которая умеет летать. Помните? Возможно, на нее нам и намекали. Так, здесь мы бывали, что ли? Здесь ничего нету. Не знаю, туда я иду или нет. Теперь не о чем беспокоиться, когда тропа открыта. Если у вас есть молоток, вы можете все что угодно разбить. Ну, это они. Мы с ней уже разговаривали в одном из прошлых выпусков. Не знаю, куда правильно идти. Туда я иду или не совсем туда. Ну, пробуем. Thank you.
думаю, мы не туда идем. Эта птица, она была, в общем, я вспомнил, она была в деревне. Поэтому нам надо в деревню. Я думаю, так. Пропустил неплохую вещь вроде, ну ладно. Вот эта птичка, она где-то здесь, в деревне была. Возможно, она нам поможет. По крайней мере, у меня серьезное подозрение, что намекали на нее. Вот. Что, замок Баузера нападает на Бобовое королевство? И принц Пизли там? Ха. Это... Значит, немало, немало, совсем немало. Хорошо, цепляйтесь за меня. Мы летим в замок Баузера. Вы готовы? Разумеется. Я буду ждать вас здесь. Если вы захотите уйти из замка, просто поговорите со мной. Ну что, теперь уже игра действительно приближается к своему завершению. Вы уже знаете, сколько играем? 23 часа в общей сложности. О, великая Баулета, братья Марио, которых ты так ненавидишь, идут сюда. Да, неважно. Они никогда сюда не доберутся. Куполинги, ваше время пришло. Это вроде, видимо, боссы будут такие, что ли. Ну ладно. Пришло время завершить наше прохождение на сегодня. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Продолжение следует.